Вы слушаете канал жаж.клаб, история появления белого танца в России. Белый танец, к нам в Россию пришел из Вены. Это была трансформация знаменитого и красивого венского вальса. Теперь дамы сами приглашали на вальс кавалеров. Иногда это происходило на коленях. В конце 19 века на венский бал принято было приходить в масках. Официальный статус инкогнито прибавлял уверенности барышни и давал шанс самостоятельно выбрать понравившегося кавалера. Это было очень удобно и не стесняло незамужних дам. Согласно традиции, незамужние девушки танцевали вальс в белом пышном платье. Как только начиналась музыка, девушки первыми подходили к кавалерам и приглашали их на танец. Во время вальса пышные белые юбки высоко вздымались и поглощали в себе темный цвет одеяния партнеров. И казалось, весь бальный зал был укутан большим белым облаком из платьев танцовщиц. Вероятно, поэтому, женский танец, впоследствии назвали белым. Хотя это только одна из версий. Почему танцевали именно в белом, а не в красном или желтом платье? Дело в том, что белый цвет, во все времена считался символом чистоты и невинности. А поскольку на ежегодный венский вальс матери приводили своих дочерей на выданье, следовательно, белый цвет должен был свидетельствовать о невинности юной барышни. Продолжение истории читайте на сайте жаж.клаб.